Теперь два вида. На этой неделе в Югре начнут прививать жителей вакциной Эпивак Корона. Первая партия препарата поступила в регион в конце прошлой недели. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил директор департамента здравоохранения округа. Алексей Добровольский отметил, что транша, который поступил в автономию, достаточно для вакцинации 8100 человек. Ранее в наш регион провозили только гамковид-вак. Добавим, что с начала прививочной кампании от коронавируса иммунизацию в Югре прошли почти 80 тысяч человек. Из них более 55 тысяч завершили ее полностью.